как он называется, совет. Да, на Он совете. пока что может почилить. На первом боссе может быть в ДД, допустим, мгновенное. Ну, два рестер друида, тут да, ДЦ такое с ним будет еще сейчас. Короче, я иду хантом, да? Сейчас посмотрим. Да. А, да. Тут да. Хотя бы пару хантов меликом полезно. Я вот думаю про пана. Пан, ты в Дисе? Да. Тебе варом обязательно идти, или ты, может, локом пойдешь? ДДшников мало. Я локом могу, где угодно пойду. Давай, может, ты РДДшником возьмем. Там же еще вечерний есть рейд. Ну, у него просто твинки слабенькие совсем. На варе 2-5 есть. А чё лок у тебя? Лок у тебя чё сколько дает? Никогда не жаловался. Везде хваталось. Да давай. А вот эти Т5 на лока нужны кому-то вообще в рейде? Ну-ка, разузнайте. Чё? Давай лока лучше возьмем. РДДшник, ИСС, а вар, ну блядь, всегда успеет. Просто дохуя миликов и так. Вообще у нас типа Чехов был. Лутаня от Т5, ну что-то его нет, я ему сейчас в Дискорде попробую написать. Ну кто будет из них, тот и Лутаня. А он типа заберет, он же новенький, нет? Да, у него приора нету. Ну, какая разница, все равно РДДшник. Разберемся на месте, одним словом. Так, надо еще замен. Кто послакать хочет, решите. Кто там, у кого ПР, на что нету. Но РДДшник все равно в рейд нужен. Наверное, пускай. Пока это самое. Пончиков ШП. Ну, на первого босса точно первых двух. Хотя, может, и на этого. На слегка можно будет. Ну, на подстраховку чисто. Пускай. Мгновенное в коте, ты слышишь? Ты в Дисе? Рыбу. Мгновенное. Дальше плывем. Но сейчас тут поубивают, по-моему. Первого в коте, а слепца похилишь, я думаю, и совет. Там посмотрим. Не-не, дальше. Я остановилась, просто похилишь. Нас тут сейчас поубивают. Так, и вот кого воткнуть? Паладина того или на Микадзе? На Микадзе тебе надо что-то с инста? Смотри, мне типа вообще нихуя не надо. Я заблудил. Можешь забрать их прям двоих в рейд, посмотри, что из себя новенький представляет. Угу. Микадзе вон, да, башка Т5 нужна, пускай идет на полный рейд. У тебя тогда кинуть на замену, да? Да, без проблем. Пойду себе еще кружечку квика сварю. Ага, ну все, вот эту паладина посмотрим, пускай трэш танчит, что. Ой, ты рейд сформировал? Да, все готово. Сейчас приду. Всем привет. Куда идем? Может, еще кто-то подойдет на замену и башки. Ну, подойдут. 3-4 минуты там. А Пегас-то идет в ДВшный или что? Да нет, он не ДВшник, он же по вечерам ходит. Что, Локи-то есть в этом листе? Что там? Зангартоби, Даркис, спускаемся, летим. А вот Адванс есть. Сейчас к Рыбе придем. Сумнем. К Рыбе там, бегите. Да, приз тут не лишний будет. Япончик за сбор на чист. Давайте там с лутом повнимательнее. Так еще 4 минуты до ИПа. А, нихуя себе. Короче, главное с лутом повнимательнее, чтобы всяких недоразумений не было. Пускай люди еще, если на замену придут, тоже немножко полутают. Он, кстати, Чехов. Если он сейчас плюсует ДВ рейд, его обязательно туда надо засунуть. Да, вот он, собственно, появился. Сбавляй меликов. Блять. Нет, как... Даркис. Это, кому с меликов ничего не надо? Бля, я застрял между, сука... Как она называется? Сука... А как вылезти-то? Смотри, застрял. Сука.
Ты можешь. Что делаешь? Не могу. Алло, вылез. Ты вылез, короче. Так, милишники. Первая, вторая, там, в третьей группе. Кроме Айзека, есть такие, кто не нуждается в луте и хочет послакать? Стримак там подрублю. Луцин, это танк. Танк не прокатит. Ну, какой-нибудь Рога. Фроня, ты тоже у нас не мили. Давай там, не выдумывай. Пошли на рыбу. И вон твинк этого. Парада не надо, наверное, ничего. Сейчас спрошу. Это 5 и все, по-моему. Что-то это настройки сбросились или у всех так прорисовка дальности поменьше стала? Это графа сбрасывается, у меня такая же хуйня. Я как ни в игру не зайду, у меня сбрасывается графа. Так раздражает, пиздец. Я, да, последний тоже сбрасывается, блядь, на той детство, блядь. Масштаб интерфейса, короче, графа. Так, Азик, короче, тоже на замену. Вон я поставил рейд Чехова с твинком Санте. Смотри, Чехов Т5 лутать может. Искандер, соответственно, тоже. Ну, я думаю, все помнят. Твинкам вот этот порог прыгай. Не нужен. Даркис, блядь, сдохнешь, прыгай понад водой. И чё? С лутом не проебитесь. Чехова Т5 брать можно, у него был на прошлом КД порог. Искандер этот твинк, ему порог вот этот не брать не надо, как новичку. Что, желательно принимать, готовы сейчас будем бить уже. А, буквально минуту, документ. Минута есть. Самолете? Луцинь, с тобой танчи 2 протопало, им что они делают, объясни. Про стражи. Ты давай на боссе будешь, и как босс ныряет, ты им в ПМ напиши. Можно рыбу и джипса, пожалуйста? Сейчас все будет. Я да, говорю, да, помогите. Сейчас сумму всех. Так, смотри. Вульф и Будапешт, они прям совсем новенькие. Я не уверен, что они тактики знают. К ним просто. Пусть не снисходительнее. Так, как один, пошел, один, пять, два, ты пять. Наверное, он умеет танчить. Один пол один диси, а гулю диси. Сразу спросите, танчу, вообще не танчу, если не танчу. Значит, босса танчит медведь Луцинь. Когда босс ныряет под воду, появляются мобы. Вас интересуют мобы с названием Страж. Эти мобы бьют рассекающим ударом, их будет 3. Я поставлю на них метки, но вы смотрите на ник моба сразу Стража. Таунтите, набирайте агро и танчите их. Поставьте джифт, пожалуйста. Луцинь танчит босса звездочки. Спасибо. Где у нас там обычный РДД стоит. Остальные танки танчат мобов. В кружочке, спиной к воде стоите. Весь остальной рейд бьете в спину. То есть в кружочке никто не бегает, кроме танков. Танки стоят сюда и стражи сюда лицом к воде ставят. Думаю, от клива никто не должен сдохнуть. Под мордой не бегайте. Агро танкам давайте набирать. Напуливайте на танк. Все, проблем не будет. Для ясности, метки на 3 танках. Буду смотреть за вами. Так, Проня готов, кровавый. Черная ночь. Вадим паладин, дай это кулак по хантам. Или паладиновские бафы там раздавайте уже быстрее. Чтоб все 3 бафа были. Между собой договоритесь там, паладин. Thank you.
трава, и тут. Блин. Да, я же подтвердила. Все, бьем босса. Лучше мне не достать. Можно как-то поближе. Да я похилю. Поставил и помню. Да. Ныряю. Под воду. РДД воду. Блядь. Лёша, вылазим, вылазим. Это молча. Это когда танка откидывает. Мгновенная Элрея, когда нырнет. Черная ночь кровавого. Ты кровавый, кстати, а, тут вижу домокос. Стражи, внимание. Блин, он далеко. Ставлю для танков метки. Подбежишь. Вот третьих мопа надо быстро залить. Убав пароль. Под мордой не ходим. Осторожно. Тех добьете, можете этих разготовить. Душить. Чтоб стаки не спадали. Стой максимально ближе к кромке воды, чтобы когда тебя откинуло, ты не отлетел за платформу. Тебя как вообще откинуло? Водомет, может? Смотри, не попадайся, наверное. Кто будет мне как-то стрелять. Казы, вы, наверное, что-то делают. Сейчас босс закопает. Стражи. Танки. Ставлю метки. Крестик. Танки там. Крестик кого-то хуярит. Танки, три танка.
Я взял. Я был один в другой стороне просто. Остаете только остается. Все, добейте крестик и все, и можете не париться. Все, можете чилить. 10 секунд. Босса убьем сразу мгновенно в хила на трэш. Минераза льем. Сейчас и нрав, когда я уже вешать, его забираю. Идите за улучшением. На слепца. Дай плев. Че, сейчас шмот разрулится. Пошли дальше. Этот раз не так, как всегда. Я по агре был там внизу. А он три раза меня в таргет выбирал и тычку давал мне. Непонятно. Что-то поменяли? Ты просто тактику не знаешь. Этого зергаем, ну да. Не, ну раньше-то не было так. Рейндж набираем, тихо. Рейндж набираем, чтобы болезнь исчезла. Вплоть до того, чтобы в воду прыгнуть. Болезнь, чтобы не убило никого. Если на вас болезнь есть в категорию, смотрим, то вы должны набрать рейдж. Хоть как набираете. От танка, от хилов. Не сдаешь просто, от тебя сби был. Хилам дайте рейдж. Все, кто у босса ближе стоит, бейте. Оба. Просто отец, пройди ближе, я вот прошла дальше. Я упал. Ладно. Если что, там у Фарада Байрона штаны Лока. Они все равно тут никому не нужны. Так что как до Каратроса дойдете, скажите. Ага. Че там, победили коронавирус? Это какой был? Слева? Со спирали мог? Он просто пацан-то стоял все. Откуда, непонятно. Браски надо что-то с рейда. С какого? На ВЗС. Дать на башку на лов только есть. Угу. Ну до башки далеко еще. Башка там на Микадзе на мейн нужна. У него как раз 4-5 будет наконец-то. Даже мне можно и плечь. Ну, пойдем вон. Кто-то уступит.
Следующий, пока, грите. Брат Дашмык. Зерганите его. Я диспельте осторожно собрал. Что там, бабл класс показывает? Холи паладина. Холи паладины и 240-ый кил. Две кнопки нахуй. Если еще в толпу кинуть, там еще улежка пойдет. Два тела сразу в лес идти. Отцу Азар куда? Озарение. Промазал ПМ япончик. Четвертая группа. Озарение в КД повешите, пока тут Энги не даешь. Я плохо слышно, брат. Да я промазал ПМ, говорю. Не тебе писал. Бой спадет, один хил. Шторы, например, останься сзади, резь между два тела. Остальные дальше. Тут зергать надо будет магов. Ставлю метку. Два мага, хороший захил плей. Протопал и сакру на рейд, давай все. После черепка следующего мага ищем. Библ, диспель не мату. Крестик заливаем сначала. Все в крестик. Болезнь, разбегаемся, убежали отсюда. На тапках убегаем. Хилим себя, хилищий класс. Поиграли. Можно не хилам, пожалуйста, бежать? Чё делаете? Хилы остаются танков хилить. Остальные бегут. Танки вы не то завели его. Всё, болезнь смотрите, чтобы не было. Танков захиливайте. Спала болезнь. Луциня, Луциня, больше не могу поднять его. Всё, он умер. Я пыталась. Ну а зачем вы убегаете? Не хилы должны убегать, блядь. Зачем что, ты завел за угол? Что за проблема? И в итоге мага не убить, блядь. Тут вставайте на месте. Большой сейчас убьете. Не бегите никуда, тут вставайте. Убирайте, чтоб все выделились. Так, ты все, в инвизе, да? Да, его нужен был как раз таки прохил шамана или холи. Я рису. Я его поднять вообще ничем не могла. Еще раз, хилы не убегают, убегают все от хилов. Хилы остаются танков хилить. Или это сложно представить себе? Танков без хилов не оставляйте. Что, принимайте рез, кто там? Резайте впереди, там пару тел лежит. Ванну пейте, пока там два тела резу. Вставайте. Сразу шкаф. И нрав КД вешаю. Все друиды. Михилов. Тыкаем с ума. А вы скрытого, да, убили или трэш там? Скрытого убили. Энги кровавый, принимайте с ума. Ну, давайте не будем вайпаться. Нам нужно за сегодня закрыть ИЗС и ОКО. Все тут фулбаф. Маги, дайте столик. Магов нету, да? Поел рыбу.
Сейчас поставлю рыбу. Вон спереди стоит. Целка обычка есть вариант, неплохой. Обожаю, когда ты говоришь не Энжи, а Энги. Крестик зерга. Если есть особое желание у ДВ состава, могу найти на все 7 дней занятия. Ребята, лучше молчите. Пока кормить. Целка обычку вон там, сопротов закупить. Можем просто голду поделить. Где-то был в Пугареде, где-то слышал там уче. Короче, фишка тогда еще, когда только старая РБК была. Там, короче, когда фул РБК проносишь и сдаешь камни, им 30 ТП дают. Что такое? Это я кое-где предлагал. Но до этого не дошло. Типа... Я не знаю, какой у них там, сколько шмот стоит. Какая-то была гильдия, но... Я не знаю. А в жопах разве нельзя было тоже голдой? Все, зергаем это все говно. Рандашмык справа. Танки, три танка, внимание. А, ну да, вот, висяш, я вот про это и говорю. Танки повнимательнее, смотрите, чё где. Большой. Скорее всего, с болезнью. Захил рейд. Гимн ХП, япончик. Прожимки дубовые отдаем. Приготовьтесь, шторы встал, захил его. По-моему, добренький, слышите? Давайте хильте. Хорошенько чешки отдавайте. Добренький, это значит диспелим яд. Но для Геон набирай рейндж. Болезнь в рейдже. Нет, разбежались, рейнджу. Набирай рейндж. На Бредвар повешит. Поставил черепок, подошли зерганули. Это пиздец, и это, ты маг, и все вообще. Подходите, зергайте мага, черепок поставил. Вставалка есть? От хулипала отбегайте. Квадрату дайте. Хули, это не для нас. Добейте черепок. Вон кто там, Даркис, япончик пока тут. Они уже колосса сейчас добьют, красавчики. Где колосса или черепок? Мобов стаунти, мастаунт, кто там? Вадим Паладин. Прожимочки отдавай. Подхильте Вадима Паладина, хоть мобу сдох, блять, этот петушарный. Все, можете ложиться там, не парьтесь особо. Из большого хп лучше будет. Ложитесь. Уже запарила эта хуйня на трэш. Он к броне бежит. Только аккуратно там резь, и тут скрыть не стоят. Амикадзе, у всех КД на масс рез. Да, мы поем посмотрим. Видел, иди. Давай ножиком резь. Редвар, дай масс рез. У меня нет КД. А у вас КД, блять, как я там? У меня нет. Вдруг прокнет ножик сейчас на мак. Во, нормально, резь всех. Ману все заливать. И там осторожно, вот эти крестик череп стоит. Их не сагрите, аккуратно прям. Резь сначала те, кто может резать. Лоука там между делом еще.
Вот тут немножко к стеночке, там к уголку отойди и достанешь резом. Я тебя вот вижу. Чехов, как раз и я. Не пишите ничего до того, вот еще прошло всего лишь 30 минут РТ. Это время обычно крылья с ума не вся. Позитивнее мыслите. Сразу подхиливайте людей там. Иннеры раздавайте. Даю шторм. Тыкаем на сумон. Вадима резайте там. Остальные близко к мобам, да, лежат? Покиньте тело, встаньте, сумонем сейчас к шкафу. Сука. Танка суманули? Корни кидаем на мобов. Дрейдж набираем. Откидываем соло. Давайте играйте, мы не нубы. Первым бываем крестик, все бьем. Да, корни. Отбегаем назад, соло. Отбегаем назад. Тут там лужа будет зеленая. Отходи. Пока тут что стоишь. Ты видишь, подох. Ты не должен был сдохнуть. Обновляем корни. Видите, сила отцов, которые не дохнут в зеленой луже. Все добываем. Там какое-то дерево бегает. Ты чем, наверное, зачем ты это делаешь? Резаемся. Ты меня не достать? Кто под мобами лежит, покидаем тело. Локи ставим, шкаф сумоним. Думаю, до меня можно достать. А тебя ж, по-моему, резали. Я перед тем, как вставать, тебя кто-то резал. А где ты? Я не вижу. Нашли. Меня нашли. Все. Встаем. Собираемся сюда в шкаф. Лишь рыбу. Чинитесь, Джипс. Где рыба? Тыкаем на сумок. Бьем трэш. Черепок зерли. Спалим. Яд диспелим с людей.
поп зерга. Второго не сагрит. Назад отходим все. Хуя магов входит. Черепок быстрее зерга, еще маги идут. Сход и теряет. После черепа крест. Все, этих похер дальше обе. Там макс стоит, череп поставил. Кучу зерга. Через черепок. Все, иди сюда сразу. Не привыкайте танчить на месте. Двигайтесь к следующему трэшу. Это тоже время, чтобы добежать черепок зерга. Слева босс, нельзя зацепить этих мобов. С петами осторожно. Петов на посейку уберите. За палаткой пробегаю. Крестик до зергана. Туннели, полтуннели, агри. Идем. Ты видно, блин. Иннеры в КД развешивайте. Зергаем мага. О, зачем дроиды? Столько иннеров. Всего, ребят. Все, давай просаживай ману. Осторожно, трэш. Танки в рейде ловят. Зергаем мага. Пора, что темы там есть увидеть. Спыльте я целый. Тут сын родной, иди сюда. Туннели пропал. Дергами тут парашу все. Прочекайте хилы, что там, как он сдох. Спыльте нас за спину. Дима, не фартануло. Если там лучше. Пойдем реснуть. Что там надо дальше агрить? Патрулей нет или что? Мгновенно, что ты делаешь? Да, я знаю, что бежит. Но не друид, иначе весь страж был бы на мне. Ну так зачем ты сдохнешь-то? Бьем с бог этих. Так, дальше все чисто, обратно к боссу уходим. Если тебе тело, все остальные обратно пошли. Пока тут в хила 6-го спекнемся на подстраховку. Поход и хорошенько рейд. На вихрях. Вездеться обойдемся. На каратреса не пончик будет. МТ же оцень, да, вас? Да. По напулам для разбойников. Ваши напулы должны отдаваться после окончания вихря и после смены с формы с демона на обычную форму. Лры в курсе, кровавый в курсе, напулы на луцине. На ком будут демоны, убиваете демонов, что вас не приручили. На крутилке, ребят, если будет дохуя трупов, будет начитаться. Это не будет лучше силы. Дубовую кожу просто на крутилках и все. На последний... А каску дайте по ДК. Сейчас дадут всем. Чтобы не умереть на вихре, нужно просто не набирать агро. Просто следите за своим агро. Чек на пол.
активнее принимайте, Луцин, Редвар, наверное, хочу чипс. Луцин. Поставит кто-нибудь из шаманов тотема на милик? Ставит. На счет три пуляй, раз, два, три, пуляй. Вставалка есть? А поставит кто-нибудь, пожалуйста, тотемы на миликов? Искандер, который сдох. Шторы рез и шамана. Готовьтесь, на пул после вихря. Вихрь идет. Кожу дубовую прожимаем с вами. Искандер, вставай. Баф по шаману. Демонов своих, да? Пока тут демонов где? Форма 10 секунд. Приготовьте на пулу. После того, как появится обычная форма. На Луцине. Остальные стопаем дома. Форма. Че, Геру не давали? Давайте я сейчас Геру. И захилим как раз вихрь. Да лучше уж на форме демон. Да без разницы. Сейчас вихрь будет, не надо Геру сейчас. Дубовую кожу прожимайте там другие. Чё на первой не дали? Форма там 7 секунд. Сейчас вот можно. Можете давать Геру. Просто отец, дай Геру. Демоны смотрят. Форма 15 секунд, на пулы оставляем, на Луцине. Как только сменится, форма на обычную, на пулы даем. Форма
бесов, блядь. Кровавый, да. Так. На пулы сейчас не отдавайте. Сейчас, ну там, 15% переходка. Когда он появится, там танки сами наберут. А после вихря уже приготовьте на пул. Там 1-2 вихря будет. На вихре паладины сакру. Первый даст Вадим. Потом уже чуть позже на второй вихре, наверное, вот. Все, добиваем. Почему не ловим босса? Поднимаю, вставай. Фул баф. Добиваем. Сейчас будет вихрь. Дал цилиндр, цилиндр. Готовьте на пул после окончания вихря на танка и потом добиваем. Каску сразу по присту обновить. Фул заход и тереть, чешки отдайте. Кровотечение бьет. Не уроните никого, но... Сильнее хилим. Тут... Чё ты, твой? Отойдите от Луциня, милики, сейчас РДД добьют. Милики, выйдите оттуда, там стакается на вас огонь. Чё добивать тебя? Чё резать все? Иннеры в КД раздайте, только 3 КД вижу. Все совы отдайте с хилам. Шторм. Это просто отец, раздайте. Идите дальше. Талисман. Нихуя, я тут 4-й по ДПС, во. Да ты 105 уже. По одному большому. Да, в сову обратно. Чехова нету, 7000 ЕП, но это Д5 больше никому не надо. 7000 ЕП у меня до среза было. Отдавай, Чехова. Сейчас начислю. Значит, внимательно смотрим мобы, если будет болезнь, вот она болезнь, убегай. Милики, валите отсюда. Кроме хилов, хилы должны танков хилить. Милики сваливайте, набирайте рейндж. Танк хил должен быть живой. И какую-то парочку ЛДБ там посмотрим. Мне бы отсюда выбежать, иначе я сейчас тут наагрю. Я побежала. Надо не наагривать ничего. В туннеле будьте. Рейндж главное наберите. Какой кусок упака тут? Не, последний. Чё с большим мобом? Много хп? Ковыряем. 83% пока. Без болезни подбегаем, бьём. Вешает болезнь на Луцине, на танке, осторожно, мили. Все, на всех болезнь, съебались. Съебались. Набирайте рейндж от тех, на ком болезнь стакается. Чтобы не дохнуть. Сейчас, Фарада. Так,
отдал тебе помощника. Кому не нужен следующий босс плюс чат? Заебал эта болезнь. Следующий босс, это который... Хочу чипсы, уходишь на замену. Ничего страшного. Ребят, реестр друида по случаю спрошу, 100 берут нансетом шмотку в Т5? Бошку? Трэнч, набирайте. Беги дальше. Тело? Это в Т10. Все равно тело? Не знаю, какой-то реестр, по-моему, хотел тогда башку взять Жайна, но что-то тогда пианист его обломал ему. Я вот тоже помню, что берут, да, без духа, но что-то берут, по-моему, с Жайна. Да. Он хотел башку, но ему что-то сказали, что там нихуя не башка, по-моему. А какие ноги? Сука, ебаный моб, когда он сдохнет? Дергай.